В кинотеатре «Искра» прошла творческая встреча с заслуженным артистом России Владимиром Капустиным. Здесь побывал наш мобильный репортер. Встреча с прославленным актером была приурочена ко дню памяти жертв политических репрессий, который отмечался совсем недавно. Всех присутствующих в зале поприветствовал организатор события благочинный Видновского округа священник Дмитрий Березин. Сейчас немножечко пообщаемся, потом посмотрим восьмую серию из 12-серийного сериала. Гостям мероприятия предложили обсудить просмотренный сериал «Завещание Ленина» по повести писателя Варлама Шаламова, который около 20 лет провел в страшных лагерях. Одну из ролей в этом фильме сыграл Владимир Капустин. А после артист поделился воспоминаниями о съемках и рассказал о своем отношении к тем страшным событиям.